Я же сказал, я же уже объяснил. Короче, я не хочу по поводу той конкретной румы, в которой я вчера застрял. Просто я пропустил обучение, которое предшествовало этой руме. Мне кажется, без того обучения это пиздец сложно там догадаться. Если только изначально не заметишь и не подумаешь про ручку, узнать, что за трек, потому что там слов почти не было. Чекни Шазам, она слушает трек и выдает тебе название. Бля. Если я на улице услышал трек, как я, блядь, в твой какой-то Шазам его закину? Да в смысле, блядь, спасибо не сказал. Почему должен говорить спасибо за совет, который я не просил? Я не просил этого совета. Зачем мне совет, который я не просил? И зачем мне говорить спасибо за совет, который я не буду использовать? И я этого не просил. Так за что спасибо? Я этого не просил. Ну, я лично этого не понимаю, когда люди, допустим, делают что-либо, то, что ты их не просишь, а потом они жалуются, у, неблагодарный. Так а зачем делать то, что тебя не просит никто? Да зачем? Мне говорили вырубить вертикальную синхронизацию, чтобы игра. Ну, я вырубал ее, но толку не изменилось, чтобы игра типа не казалась лагучей. Она не лагучая, она просто кажется такой. Когда ты двигаешься, что странное все. Так, что мы делаем? Куда мы идем? Мне сказали, что вчера был только первый уровень, лол. То есть меня наебали, походу, с тем, что игра быстрая, что она быстро проходится. Хотя мы бы быстро проходили, если бы я не пропустил обучение с кубами. Да чего эти вот темы? Так, мне банка не нужна была, получается. Я не могу тут пройти. Ну, мне нужно что-нибудь сюда поставить, получается. Довольно-таки легко. Не? Да? Чи-шо-чи-чи-чи. У меня есть кубик. Perception is reality. Я должен здесь увидеть что-то? Монитор с мозгами. Так, как увеличивать? До сих пор так и не понял, блядь. Как что-либо увеличить? Вроде увеличил. У меня есть 2 куба. Ты хуя себе, олигарх? У меня есть 3 куба. Это кусок куба? Wait, what? Что, мне нужно залезть на вентиляцию? Возможно? А, типа это один куб был. Забавно. Не знаю, нужно ли было мне залазить на вентиляцию? Чё там? Или это критическое, я отсюда выбраться не смогу? Это квест. Где-то дальше я иду, а там? Я там вроде не закончил. Я могу отсюда выбраться, прежде чем дальше идти? Потому что я там не закончил вроде как. Там еще что-то было. Где тут выход был? Смогу ли я сейчас развить бутылку, чтобы выйти отсюда? Реально это развить ее? Как мне сейчас бутылку развить, чтобы я вышел? Я хочу посмотреть, что еще здесь есть. Надо бутылку развить. Ну, блядь, я не знаю, как развить. Как я должен ее сделать большой прям? Ну, бля, выпустите меня. Хочу почекать, что там еще есть. О, ура. Если он у тебя на экране большой, ты встал близко к стене. Предмет маленький. Если до стены большое расстояние, предмет огромный. Так это не так работает, как ERL. Ты сам сказал. Вот как я только что бутылку развил. Я ее далеко поставил, и она стала большой. Но если я монетку далеко поставлю, она не будет большой, она будет супер маленькой. Она большая, только если я ее поднесу близко к глазу. Разве ты сам себе не противоречишь? Или я слишком даун? Возможно, я нихуя не понял. Так, здесь просто прохода нету, и все. То я должен был идти туда, куда я шел. Ну ладно. Да нос чешется по КД, пиздец, что делать. А хули показывает выход здесь, если там выхода нет? Честно, наибка. Просто не совсем понимаю, как ты это связал. Вот я поставил далеко бутылку, она далеко. А монетку, если поднести близко к глазу, то она большая. Но если я поднесу предмет какой-то близко, он не будет же большим? Он стал большим только когда я далеко его поставил. Короче, я нихуя не понял. Так, идем дальше. Кубики. Ну вот, как... А, проблема в том, что ты не можешь поднести близко к глазу в этой игре что-либо. Я не могу... Как мне вот, ну, приблизить? Именно к глазу я не могу. Я ее типа, держу как будто на расстоянии, там, вытянутой руки. Его, ее кубики, их. Это головолимка? Я должен как-то подставить что-то? Ну нет, оно вроде не сломано. Пока что ничего не происходит, что-то легко слишком. Так, 3 куба, большая комната. В смысле? Новая геймплей-механика? Охуенно. Че? А я должен додуматься, как туда залететь? А, так это легко. Чешо? Ну, прикольная геймплей-механика новая. Я могу в небо полететь? Впрочем, какая разница, если я могу уже выйти? Тем более, ну как я полечу в небо? А я не могу поднимать куб, когда я... Окей, ладно. Тогда пофиг. Свалить за границу, чтобы получить English? То есть это единственная цель поездки за границу? Выучить английский? А что-то мне мешает учить английский по фильмам, сериалам и видео на ютубе? Найми себе репетитора, который жил в англоговорящей стране более 5 лет. Да. Найти репетитора, у которого есть образование хорошее по двум языкам, но при этом обязательно, чтобы он жил в англоговорящей стране какое-то время. Ну, лучше в Америке. Короче, я не вижу смысла ехать в другую страну только ради того, чтобы изучать What? А как мне его собрать теперь? Я не пойму. Он рассыпался? Ну, я могу так забузить. Короче, все. Оно рассыпалось. Пока что-то все очень легко. Не чувствую игры. Блять! Зачем я нажал? Ладно, неважно. Какая разница. Я боюсь на него нажимать. Что произойдет, если я нажму на него? Теперь сложно, да? Теперь я пришел в тупик, и в тупике ничего нет. А.
А я здесь был? Это все? Конец уровня или что? Что очень легко, не чувствую. Я опять проснулся, бля, в той же комнате. О, уже 5 утра, цените, я продвигаюсь. Ха, было 4 утра, когда я проснулся в прошлый раз. Тогда была другая комната, по-моему. Страшно, вырубай. Это хоррор или, блядь, головоломка? Я ничего не вижу. А как мне видеть? Проход вроде открыт. Ну, пошли. Ну, я пошел. Вон небо. Меня сейчас туда по-любому не пустят. Это будет, ну, да, что-то не то. Куда я иду? То автор этой цитаты. Летюс но так и ты с планет фори грантет и дано. А, я знаю, я знаю. Фори грантет. Я в курсе. Это Леонардо Ди Каприо, автор этой цитаты, когда он ее сказал, я не помню. Ну, как бы, я не уверен, верит ли он во все это, или это какая-то очередная проплаченная хуйня. Какая-то очередная левацкая хуйня, там же, ну, эти актеры постоянно хуйню несут проплаченную. Почти все актеры же, ну, там пиздец продажные и что угодно скажут, любую залупу. Те актеры Голливуда, которые против, скажем так, меты текущей, их просто лишают работы, и все, они больше нигде не участвуют никогда. Окей, с понедельника по субботу убийство кого-то. Так, я в тупике, сейчас будет сложно. Я просто пришел в комнату, и тут нихуя нету. Справедливо. И самое печальное, что тут темно везде. Я могу взять какой-то прожектор и посветить себе куда-то, чтобы я хоть понял, что мне делать. Потому что сейчас будет реально сложно. Я пришел... О, бля. Лол. Как я должен был это заметить? Вы что, издеваетесь? Прикинь, я бы сейчас на часик... Решил бы головоломку тут решить какую-то, которая не существует. Оказывается, можно пойти в темноту, и там еще есть что-то. Откуда я должен был это знать? Я ж не вижу в темноте. Может, можно и вправо пойти? Дайт. Сейчас я прочитал дай. Кто-то умер. Почему ты таскаешь везде за собой предметы на фулл экран? Они тебе не нужны будут. И ты хочу и таскаю, тебя ебет. Ну, хочу и таскаю. Я обязан в яму упасть? Я вроде не могу в этой игре умереть. Ну, прыгну в яму для начала. Ай, ло... Ай, блядь, я... А, все. Я сразу не видел этой параши. А дальше? Ну, что еще? Ну, пока что я слишком легко продвигаюсь. Ничего сложного, я просто иду. Пешка. Окей, я иду дальше. Так, это головоломка? Чешо. Дверь закрылась, и темно. И ничего нету. Куда я... Эй, пешка. Стрелочка. Мне типа направо? Что за приколы с темнотой? Это неинтересно. Ха. А, я должен был увидеть лестницу? Как я должен вслепую играть? Это не головоломка, когда ты ничего не видишь. Это глазоломка. Окей, я прошел. Я даже не могу понять, что такое игровые критики. Это вообще пиздец. Это ж такая лицемерная хуйня, наверное. Такая лицемерная профессия. Особенно современное типа бытие. Они же банально даже занижали бы оценки всем хорошим играм, в которых нету негров там и всякой пидорастии. То есть, короче, допустим, вот Last of Us, и там все критики Last of Us типа высоко оценивают. Там, не знаю, средняя оценка 93 или 95. То есть, ну, супер дохуя. Но при этом игроки, там 1000 плюс игроков, оценили на 3 балла или даже меньше. То есть, как такое может быть, что критики, блядь, то есть долбоёбы, большинство критиков это же продажные долбоёбы конченые, оценивают на 95, а игроки на... 2 или 3, ну, из 10, то есть там 20-30, 25, там 30. И эти продажные твари просто, ну, сразу, блядь, не играв толком, поставили охуенные оценки. Ну, потому что иначе другого объяснения нету. Так не бывает, чтобы критики все поставили хорошую оценку, а все игроки хуёвую. Ну, большинство подавляющее. Это как? Это такой, блядь, показатель зашквара. Так, головоломка, наконец-то. Ахаха, наконец-то. Вопрос, почему мне игра позволяла взять кнопку эту? Но мне надо что-то в другом месте сделать? Сейчас бы знать. Я могу сюда пойти? В темноту? Ноуп. Отсюда я пришел. Но я пока не знаю, не нужно возвращаться в темноту или пытаться пройти вот здесь. Она светится еще, конечно, пиздата, кстати. А, я могу пойти взять и посветить в темноте этой штукой. Потому что здесь я не могу протиснуться на первый взгляд. И я никак не смогу. Но доски разрубать же нельзя, у меня нету топора какого-то. Но я могу пойти посветить в темноте. Блять. Стоп, тут проход был? Wait, я подумал, что нужно что-то освещать, но я не понял, где. Теперь я знаю, где. Я нихуя не вижу. А, это выход? На Wait Watch'ах? Подождите, это не... Это отсюда я пришел. Откуда я пришел, блядь? Я... Нет, я оттуда пришел. That's nice, guys. Ну, это уже не совсем головоломки, это какие-то, блядь, игры со светом. Ха? Мне говорят с собой не носить бутылки. Но я хочу! Хули так темно постоянно? Почему началась какая-то часть игры, где темно? Полузакрытая дверь какая-то, блядь, какая-то сломанная, что это такое вообще? Вот здесь вообще непонятно. Значит, я должен додуматься. А для чего мне это? Я же не могу ее сюда занести. Это справедливо? Бля, мне нечего, получается, освещать больше? Чи-шоу?
Чи-да-чи-чи-чи-чи. Перекинуть я на ту сторону не могу. Тут, предположим, что тут стена, наверное. Что, блядь? Как я мог знать, что здесь что-то есть? Я не мог посветить. Я рандомно предположил и запрыгнул. Я не мог этого знать. Слушайте, это даже не головоломка. Мне надоели эти игры со светом? Ну, вроде это легко, то есть это неплохо, потому что это легко. Но это как-то уебищно, это не головоломка. Это заметил, не заметил, называется. Заметил, молодец. Не заметил, даун. Так, я туда пришел. Чем я вообще хочу заниматься? Какая у меня цель? Ну, по крайней мере, я подрубил свет. Это радует. Мне просто сюда идти? И все. А, окей, то я прошел. Ну, как-то все было слишком легко. Я не почувствовал, что даже. О-о-о, 6 утра и... Блять. Я знаю, что будет. Аня, я думал, там будет стена. Ну, это легко. Ну, я пошел. Не почувствовал. Чё? Подождите. Я не могу взять? В смысле? А вот зачем они это делают? Они хотят, чтобы кто-нибудь игру сломал? Окей, я буду кликать, пока игра не взорвется, блядь. Чё такое? Дайте мне хоть одну взять в руки. Чаров эти или что? Я буду сейчас кликать, пока просто игра не взорвется. Это не мой выбор, это выбор разработчиков. Сейчас тут насру просто. Это не мой выбор. Это не я виноват. Пиздец. Это разработчики сделали. Я тут при чем? Я этого не делал. Ой, опять? Ступеньки, шпя залез. Ну вот и все. Быстро додумался. Вот это я сверхразум! Вот это я сверхразум! Моментально додумался. Просто, ну, сверхчеловек. Просто, ну вообще, нет. Лол. Найс наёбка. Забавно. Перспектива — это реальность. Тут цикла. Я понял. Блять! Оно не работает. ПКМ, я нажал. Блять, а как вернуться? А, найс перевод, блять. Отличный перевод. Нажмите ПКМ, чтобы вернуться. Нахуя так наебывать? Это называется вернуться? Это типа я подумал, я вернусь, только... Охуенно переводил. О, не пикает. Я его починил. Так. Не, ну тут понятно, надо просто будильников дохуя взять и... А, лол, я его починил? В смысле, я его полностью починил, он теперь рабочий? Так, перспектива — это реальность. Все равно я не могу его сделать большим, я не понимаю как. Он просто больше не пикает, кстати. Не, ну понятно, строим ступеньки из будильников, это легко додуматься было. Но он перестал пикать. Меня радует, что я его смог починить на исичах. Ага, чтоб жопа не горела. Почему у меня перед глазами вместо курсора улыбашка? Мне уже совсем хуёво или что? По-моему, мне совсем плохо. Теперь нету улыбашки. Кружочек. Яблоко. Хватит, почему оно все разделяется? Возможно, нужно убрать яблоко, чтобы дверь открылась? Ну, первая моя мысль, то что яблоко стоит на кнопке, но дверь не открывается. Тогда в таком случае нужно убрать яблоко, и дверь откроется? Не могу его убрать, оно бесконечное, блядь. Пиздец. Хорошо, как тут додуматься? А? Что за приколы пошли? Мне уже совсем плохо. Блядь! Оно очень большое. Окей, мы приблизились к тупняку. Я почему-то... О, лол! Оно почти укатилось. Я это и хотел сделать изначально. Я не знал, что оно может укатиться. А ну? Ну укатись, блядь. Как его укатить? Давайте соединим. Возьмем какое-то очень большое и уроним, бля. Подвинь его. В смысле? Ты можешь его... Изи, нахуй, додумался, моментально! Да, я! Но я случайно заметил, что оно может катиться. Я думал, что оно не двигается, а потом я случайно заметил, оно катится. Это когда я случайно уронил большое. Ну тут мне повезло. Я сразу задумался, потому что мне реально повезло. Это то, что донатили. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо. Мне наверх? По-моему, легко, я наверху, все. А, так все, блядь. Подождите. Так, значит, моя задача... Блядь. Хорошо, вентилятор сдувает яблоки. Как я делал большое яблоко в прошлый раз? Тут нельзя делать большое яблоко больше? Как сделать большое яблоко? Ну, по-настоящему большое. Actually большое. Или так уже нельзя? Давайте попробуем продушить вентилятор. Я могу просто наспамить, чтобы он не смог их сдувать. Я сделаю всю комнату в яблоках. Как он туда их сдует? Он их не может сдувать вечно. Я просто забью комнату до бесконечности яблоками. До конца. Но это нужно подождать. Да пизда вентилятору. Я просто сейчас забью всю комнату яблоками. Причем в реальной жизни оно бы так и решалось, кстати. В реальной жизни эта головоломка решалась бы именно так. Ты просто забиваешь всю комнату яблоками и все. Вполне рабочая тема. Ну это долго просто, да. Но похуй. С
Сосать раки. Подумай минут 10-20! Подумай минут 10-20! Ха! Лежать! Даже думать не надо было, проще, чем предыдущая комната. Я просто забиваю яблоками и все. Просто одна кнопка, нахуй! Одна кнопка! Причем самое главное, даже если там прохождение не такое, в реальной жизни оно было бы такое. Потому что с хуя ли вентилятор должен вечно сдувать? Когда будет полная комната яблок, он не может сдувать уже их бесконечно. Оно бы так и работало, это справедливое прохождение, реалистичное, честное. Рабочее, ну, ИРЛ, потому что нету места уже куда сдувать. Все. ТТ сверхразум, кайф. Не могу взять лавочку, что-нибудь? А, все изи. А, я должен их наспамить опять? Да легко, блин, легкая игра, алло. Я вообще не чувствую, я не чувствую этой игры. Я не чувствую, я не знаю, вообще легко очень. Бля, проход забил. Сука. А. По-моему, я сегодня прям на коне, я на вершине бытия. Я же говорю, я сегодня хорошо поспал. Опа, F10. Ну просто сверхчеловек, кайф. У меня было нечто похожее. Pentium 2 у меня вроде никогда не было, у меня был только Pentium 3 уже. Ебать, это так давно было, это вообще пиздец, это настолько олдово. Я до сих пор помню времена, когда, короче, интернет был настолько хуёвый, что вообще пиздец. Прикиньте, хуёвый интернет. Именно под хуёвый имеется в виду, что вообще пиздец. Это вообще борода, блядь. Ну я в детстве, когда был прям маленький, я не мог поднять монитор с мозгами, он был очень тяжелый. Окей. Это механика теперь 24/7, только как она мне здесь поможет? Тут я вряд ли наспамлю. Я могу наспамить? Я могу с собой взять. Идемте, доминошки. Они уменьшаются? Чишел. Бип-бип-бип-бип-бип-бип. Надо съебывать. Я, конечно, нихуя не понял. Я так понимаю, сейчас снова проснусь. Но головоломки, которыми меня пугали, я, по-моему, только что разобрался вообще на изичах. Прям, ну я просто обоссал их. Это псевдоголоволомки. Уже 7 утра. Я продвигаюсь. Relaxation Room. Теперь сон изменился. Тогда не было этой Relaxation Room. Что там играет? Интересно, наверное, проходить игру багами. Багами? Я должен знать о каких-либо багах? Баги — это моя проблема? Я использую какие-либо читы, я багую игру? Я прошел максимально адекватным образом. Я даже не думал, что это баг. Я прошел максимально адекватным образом. То есть я даже не подумал ни на секунду, что это баг. Я просто сделал то, что я бы делал в реальной жизни, один в один. И мне говорят, что я прошел багом, меня оскорбляют миллион раз. Бля, я бы так реально посидел, вот посмотрел на это, потому что, ну, это очень приятно. Цветовая гамма. Ну не заканчивайся. Цветовая гамма очень приятная. Я обожаю вот такой вот цвет синий. Типа синий, лазурный. Это очень приятно. Мне прям вообще кайф. Это кайф. Это пиздато. Какой же хороший тут синий цвет. Как же приятно. Вот пол особенно, мне пол очень нравится. Блин, я себе аж захотел такой пол сделать в новой квартире. Это кайф. Как же приятно, лол. Реально, это кайф. Очень классная комната. Тут реально хорошо. Я бы тут сел и сидел бы так час. Смотрел бы на облака. Ну блин, без этих вот прерываний. Я просто сел, положил бы сюда ноги и смотрел бы это. Реально, час не меньше. Кайф. Еще бы чай взять какой-то. Это кайф. Это кайф. Как же я хочу сесть сюда реально и посидеть. С чайком. Какими-то рафланами. Это кайф. Как же здесь приятно, как же здесь хорошо. Это прям какой-то рай, прям как будто в рай зашел. Блин, отсюда не хочется уходить. Я слишком хорошо себя чувствую, когда я здесь нахожусь. Ах, бля. Если бы я был без стрима, я бы тут посидел подольше. Я бы сейчас себе реально сделал чай и так далее, я бы тут посидел, если бы я был без стрима. Я бы представил, что я здесь. Как же хорошо здесь. Вот эта комната. Кайф. А most recently я ебашил. Тогда, значит, будем ебашить, получается? Most recently I only ебашил. Не нужно хвалиться. Вот эта тема ж на картине, то, что оно было в той комнате. Что?